Ну что, Илья, расскажите нам главный секрет вашего выступления. Почему вы так популярны в кругах современной культурной молодежи? Мне очень приятно, что вы как бы обращаетесь ко мне как к Илье, потому что на самом деле я как бы всего лишь техник, я еще не пришел. А, Илья. Илья появится позже. Илья сегодня не придет, вам придется играть вместо него, я вас расстрою. Я вам скажу, конечно, секрет. Секрет очень простой. Я полирую свою гитару и приговариваю секретные слова. Но слова эти знаю только я, поэтому... Откуда взялся этот день? Ну, эти слова знают не только я. Они не самые секретные. Вот, смотрите, теперь все будет хорошо. Все очень... Похоже. Программа «Максимум». Что полируют звезды перед концертом? Ну что? Так. Видите, все очень просто. Ну, а как вы готовитесь к концерту? А мы не звезды просто, поэтому... Ну, что вы говорите? Илья играет сегодня, у вас на разогреве, нам это известно. Ну, это да. Мы его долго уговаривали. Чай пьем. Чай пьем, иди, дорогие, с луком специально. С луком? Специально. Ты не заметил? Слава богу, я не ела. Специальный музыкальный лук. Специальный чай. Чай мы пьем вот из такой трубочки. Вот. С такой, она делает вот так. Это уникальная разработка, так раз. Опа. Да. И можно еще сделать вот так. Если постараться, можно сделать вот так. Мне кажется, это ноу-хау следует запатентовать. Да, да. Вот мы думаем над этим. Вот после концерта пойдем, наверное, патентовать куда-нибудь. Сейчас камера вправо не поворачивает, на самом деле, это легендарное место. Здесь выступали в свое время Маяковский, Есенин, Ахматова. Да, Блок. Кто еще? Мандельштам. Весь свет современной петербургской поэтической. Его, наверное, перестроились, Вот, по-моему, нет, как раз. Нет, вот, сохранили. Вот этот подвал именно сохранили. С тех времен так у нас даже аппаратура, даже стены, даже усилители остались. Вот, видимо, так... Это то, что осталось с тех времен. Здесь это... была прекрасная мозаика. Да, здесь просто вот это все отодрали, а это не смогли, поэтому вот так и осталось. Илья, вас можно уже снимать или еще нет? А, да, пожалуйста. Только не надо. Кен Кларк, Супермен. Сейчас свечи разгорятся, и мы будем настоящими яркими персонажами. Ну что, Илья, вы готовы к этому выступлению? Даже не знаю, что ответить. Нужна какая-то уверенность, да, перед выступлением. Да, руки цепляются за гриф, пальцы вспоминают Владимирский Централ. Она где-то здесь. Бабочки выживаются. Сейчас посмотрим, пойдем. Что у нас получится. Держи аплодисменты. Здравствуйте, друзья. А можно хотя бы на миг выключить свет, чтобы я посмотрел на всех? Это у меня никого не видно вообще. Все, пока все будут приходить. Андрюша, а можно вот эти лампы на миг просто приглушить? Давай, убей. О, здравствуйте. Привет, привет. Как хорошо. Я тоже вам поаплодирую, да? Спасибо, что вы пришли. Я буду много болтать, а ребята будут больше играть. Сегодня у нас два отделения. Прости. Дим, все заново начинаем. Хорошо. Переснимаем дубль. Так, режиссер, где команда? Ждем. Шутка, ладно, шутка, шутка. Меня зовут Илья, и сегодня я вас немножко развлекаю своими песнями, может быть. Порадую, может быть, заставлю погрустить. Этого не так бы хотелось. Ладно, все, хватит болтать. Первая песня называется «Птица на белом».